Стрелок, устроивший стрельбу 2 ноября возле ковидного госпиталя, задержан и заключен под стражу до 2 января. Им оказался 39-летний местный житель Дмитрий. Причиной столь радикального поступка, как стрельба, стала смерть его брата от ковида, который умер в госпитале. Напомним, 2 ноября около 10 часов вечера был обстрелян ковидный госпиталь, расположенный в инфекционном отделении асбеста, и автомашина одного из медицинских сотрудников. После задержания на территории конного клуба «Феодал», который Дмитрий содержал вместе с братом, и первого допроса, на квартире стрелка в доме по улице Пушкина был произведен обыск. Причем при задержании в конном клубе «Феодал» было изъято охотничье ружье, из которого, предположительно, были произведены выстрелы. А во время обыска в квартире были обнаружены еще два охотничьих ружья и целый боекомплект патронов, предназначенных явно не для стрельбы из охотничьего ружья. А также были обнаружены взрывчатые вещества, вызванные из Екатеринбурга ОМОН, в составе которого были специалисты по взрывчатым веществам, вынесли коробку со взрывчаткой на улицу для разминирования. Но устройство сдетонировало. Сапер получил незначительную травму. Ему тут же была оказана медицинская помощь скорой помощью, которая уже находилась в этом дворе. Еще одна взрывчатка, обнаруженная при обыске, была обезврежена сапером. Задержанный написал явку с повинной и дал признательные показания. Ему грозит до 7 лет колонии. Юрий Чиликин, новости АТВ.